Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, мой канал «Заработок в интернете». Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня видео по буксу. Так, Авизо или Авизо. Значит, у меня на балансе 7 рублей 11 копеек. Я хочу поставить денежку в режиме онлайн на вывод. Здесь были техработы. Они тут все обновляли, все как бы подправляли. В общем, все по-взрослому, все как бы нужно что сделать. Вот у меня на балансе. Я нажимаю на этот баланс. Серфинг я просмотрела, заработать. Я тут только на серфинге сижу. Вот. Так, нажимаю на баланс, вот на этот свой. И меня перебрасывает. Значит, что они пишут? Здесь вот обновление уже по новый вывод я буду сейчас делать в режиме онлайн. Для вывода средств необходимо подтвердить мобильный номер телефона в разделе «Настройки». Нажимаем вот на эту строчку «Настройки». Переходим. Значит, и вот в «Настройках» вводим номер телефона. Так, здесь без плюса выходит, так? И мне нажимаю получить код. И так, значит, для проверки аккаунта укажите реальный номер своего мобильного телефона, включая код страны. Плюс указывать не нужно. В течение нескольких секунд на телефон поступит звонок. Не смс-сообщение, а звонок именно. Последние 6 цифр номера телефона, с которого поступит звонок. Так, последние. Подождите. Так, последние 6 цифр номера телефона, с которого поступит звонок. И будут кодом подтверждения. Значит, мне должны позвонить и с этого номера последние 6 цифр ввести. Введите этот код в открывшееся поле и нажмите «Подтвердить». Вот как. Так, с этим понятно. Ну, давайте посмотрим. Получить код. Будем ждать звонка. Ага. Журавли летят. Так. Подтверждение сейчас я введу. Так. 6 цифр. Последние. Так, 0,23, 0,23, 235. Так, и нажимаю «Подтвердить». Так, номер успешно подтвержден. Так, делаю все в режиме онлайн, ребят. Так что смотрите внимательно, как получаю, а то будет заморочки с деньгами, да, как бы. Ну что? Теперь что? Денежку, так. Это я все сделала. Для добавления или замены кошельков вам нужно запросить пин-код. Так, у меня вот указан. Значит, опять нажимаю «Вывести». Смотрите. И вот я после этого опять нажала на вывод. Укажите сумму для вывода. Вот у меня 7.11. Так. И у меня забит WebMoney. Нажимаю. Появилась платежная система Payeer. Если кому надо. WebMoney. Ага. Временно недоступен. О как. Ладно. Тогда на Payeer. Так, возвращаемся в настройки. Так, и Payeer.
Так, запросить код и номер счета. Сейчас я впишу номер, запрошу код и продолжу, чтобы не затягивать видео. Так, я сохранила кошелек Payeer. Так, теперь опять нажимаю на сумму, теперь нажимаю платежную систему. Так, далее вот моя сумма. Получу я 6,69. Значит, мой счет Payeer. Далее перетаскиваем вот эту ползунок. Нажимаю выплатить колесико. Так, поздравляем. У вас успешно получилась выплата. Так, успешно произведена. Благодарим за работу. Переходим на платежную систему Payeer. Открываю письмо. Значит, 6,69, дата 10.10, значит, сумма 6,62, комментарий выплата, aviso.bz. Букс платит, неопределенно, если честно, этот букс очень понравился. Здесь, ну, серфинга нормально, и денежка капает очень-очень быстро. Вот, у меня рейтинг, обратите внимание, 8.40. Значит, все по рейтингу. Значит, смотрите, карьера. Значит, вот, рейтинг от 0 до 9 баллов, статус стажер. А вот от 10 уже, тут уже будет лучше, уже веселее работы. Рейтинг от 10 до 99 баллов, статус уже рабочий. Вот. Здесь все можно почитать. Вот здесь статистика, профи. Так. Статистика. Так, на этом статистика. Вот. У меня 84. Так, email подтвердил. Так, 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 так. Подождите, сообщение, профиль, карьера. Где же я тут что видела? А, вот ниже, значит, вот рейтинг. Доход с рефералов первого уровня 10%. Далее идет 20% рабочий. И уже далее 30%. Вот. Уже будет лучше. Ну что, в принципе, букс платит. Кому интересно, присоединяйтесь. Денежка капает очень быстро. Рекламы хватает. Я сегодня, как бы, у меня не очень много, ну, а к вечеру у меня, конечно, уже высыпет. Тут реклама прилично будет. Вот. Всем удачи, больших заработков. Продолжение, конечно, следует. Буду мониторить проект на вывод. До новых встреч!